Привет, меня зовут Даша. В июне этого года мы с командой запустили ДК «Делай сам» или «Делай сама». Это независимое культурное пространство для всех тех, кто своими действиями исследует, меняет, развивает общество и город. Мы называем такие действия низовыми инициативами. Авторы подобных инициатив могут использовать ДК как базу, проводить здесь события для своей аудитории, кинопоказы, воркшопы, лекции. Кроме того, мы и сами проводим мероприятия, объединяющие активистов и самые разные сообщества с тем, чтобы они могли знакомиться, налаживать новые контакты, обмениваться опытом. Какая у нас бизнес-модель? Прежде всего, мы работаем с партнерами. Это крупный бизнес или некоммерческие организации, вместе с которыми на базе ДК осуществляем разнообразные культурные и образовательные программы. Также у нас есть вегетарианская кухня с вкусными обедами. И мы запустили шоурум «Переработка». Это место, где собраны дизайнерские вещи, предметы интерьера, сделаны из торсырья, и все их можно приобрести, а можно научиться их делать на мастер-классах. Для чего нужен ДК? В первую очередь, это физическое пространство в городе, свободное от цензуры, где люди на практике могут учиться навыкам самоорганизации и проявлять инициативу. А кроме того, это экспериментальная площадка, где можно разрабатывать и тестировать новые подходы в области развития города.